I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Приветствую всех на трансляции, продолжаем проходить Ведьмака, не забывайте заходить на мой YouTube канал, там вы найдете записи со стримов, еще там есть нарезки по играм, в основном по Warzone и Apex, в дальнейшем возможно еще появится, пока не решил. Там мы переходим к игре, приятного просмотра. Так, это... Мы уже видели, можно скипнуть. Забыл даже, на чем я вчера... Ой, тогда остановился. Игра, проснись. Так, надо все вспомнить, что я тогда делал. Я убил монстра одного, и надо пойти голову сдать его, идти за Шани. Город.
токсичность. Интересно, когда голову сдам, дадут мне экспу или нет? Деньги точно дадут, а вот насчет экспы я сомневаюсь. Скорее всего, не дадут ничего. Ну ладно. Так, вон он, главный королевский ловчий. Гуллит респаунился. Привет. Привет. Я принес голову озерного чудища. Крупноват для утопца, даже похоже на... Святая Мелителия, плавун. Ведьмак, ты заработал 200 аренов. Прощай. Да. Вот я завершил. Теперь... Теперь... Надо бы... А, да, экспу я получил. Отлично. Так, у меня было где-то... 1000, короче, с чем-то я получил. Все, гули развалили. А, достань ты пушку. Интересно, здесь тоже все мертвые? Хотя, скорее всего, да. Даже эти головорезы приходили. Не помню. Геральт, с тобой все в порядке? Я так волновалась. Все хорошо. Я расскажу тебе все, что произошло по дороге в... Меня тоже. Идем. Надеюсь, мне никогда не придется возвращаться. Не могу поверить, как невообразимо много подлецов тут живет. Времена нынче нелегкие, Геральт. Войны, чума. Я знаю. И все равно их низость поразительна. Знаешь, откуда появился зверь? Нет. Они сами, того не ведая, создали его своими преступлениями. Подозреваю, что и могущественный колдун не справился бы лучше. И все, что им понадобилось, была ненависть, подлость, алчность и заносчивость. Звучит похоже на волшебную сказку. В каждой сказке есть доля правды. Пойдем. Вызима ждет нас. Идем. Так, Вызима. О, саламандры. Нам вот сюда, к воротам мельника, получается. Можешь побыстрее идти? Надеюсь, она сильно отставать не будет. Она сильно отстает, ну ладно. Догонит еще. Тут вроде псы эти перестали спауниться. В основном гули только встречаются, и то я только одного встретил. Конечно, она медленная. Инвентарь у меня практически полностью забит. Я бы найти кого-нибудь торговца, который покупает всякие кольца и прочую хрень. Сбагрить ему все. Главное, чтобы она не останавливалась. То, что я далеко убегаю. Это будет вообще неприкольно. Возвращаться каждый раз за ней.
Просто мне обязательно в те ворота надо заходить, или я могу прям тут зайти? Еще, кстати, надо к алхимику уже сходить, забрать у него награду за гуль. Или за утопцев, я уже не помню. За гуль, скорее всего. Ладно, пойдем туда. Раз уж игра говорит, туда я тебе пойду. Ага. Катсценка. За этими воротами вы зим. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Зверь мертв, саламандры мертвы. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Микулу впустить нас. Пошли. Идем. Но крестьяне сами виноваты были. Так что. Геральт, поговори со стражником. Нам надо убираться отсюда. Ага. У меня есть пропуск. Впусти меня в Изиму. Я хочу сказать, я... Мне очень жаль. Прости меня, ведьмак. Извинись перед Ильзой. Жестко. Там твой брат-близнец или что? Милстар, сержант! Тот ведьмак! Я о нем говорил! Быковать на меня будет, не советую. Кто у нас здесь? Это он нам нужен? Да, милздарь сержант. Ведьмак, грязный выродок. Богохульник и фальсификатор. Он спрашивал, кого опускают в город. Потом пришел с этим пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Анда. Ты чё, Геральт? Мы бы развалили их. Хотя в городе нам явно тогда были бы не рады. Ну ладно. Темница. Здесь мой лут не забрали. Выпустите меня! Я не виновен! Тюремщик, ну хоть переведи, ну не хочу я с политическими, можно опаршивить, я честный вор, выпустите. Заткни пасть, я занят. Юс, тише. Хочешь моей смерти? Этот вор мешает. Вот-вот, вор, а сижу с политическими. Заткнись, сказал. Не ори, или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну. Прелестно, черт побери. Что, не нравится, белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтобы я их видел. Пузан. Юс, открой камеру. Боишься? Обделался? Покажи, белый, что можешь. Назад. Ой, что не нарывайся. Ты дерешься или нет? Профессор, на выход. Свободен. Опа. Ля ты крыса, а? Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак, мы встретимся, верь мне. Ифлис на голубах чел. Вы ошибаетесь, это убийца. Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберемся позже. До встречи. Буду ждать. Что ты там? Махаться хотел? Давай. Успокойся, 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 успокойся. Это Арнольд, моя ты крыса. Пробовал? Следи ты за языком. Я не виноват, я и вор. Но в этом виновато общество. Завтра мой большой день. Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Завтра меня повесят. У меня есть просьба. Мне всегда нравились игры,
А Юс позволил мне взять с собой кости. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. Играть в кости. Давай троечку сразу. Так, чё у меня тут? Говно. Его. Противника две пары, у меня ничего нет. Так, один, два. Тройку скинуть. Может, тройка выпадет и будет что-нибудь интересное. Вот у меня в итоге две пары оказалось. В смысле? Ух. Непонятно, ладно. Ведь ни хрена нету. Ладно, хотя у меня одна пара есть, ладно. Поднимаем ставочку. Так. Что надо поменять? Эти поменяем. Так, а у него там что? У него вообще-то ничего нету. А, собственно, тоже ни хрена нету. Если я проиграл. Эй, вы, отребье. Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации. А как насчет руки принцессы и половины царства в придачу? Остряк, следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Я убью этого монстра. Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками. Какой? Угу. Этот здоровяк? Вы шутите. Ведьмак, у меня в подземелье у всех равные права, даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за нее. Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса. Да как два пальца. А вот. Бешеный. Скукотись. Подходи. Я набью тебе морду, а потом вспорю брюхо этой ящерицы и стану, наконец, свободен. Какой ты наивный. Начнем. Я тебя убью, ублюдок! Пришла твоя смерть! Бам! Жестко его развалило. Эти слоу-моушен, конечно. Ах ты собачий сын. Если бы не твоя магия, ты бы ни за что меня не победил. Я спас тебе жизнь. С кокатриксами шутки плохи. Хватит умничать. В следующий раз тебе не победить. У меня уже руки чешутся. Слишком легко Поздравляем. Было. Ты выиграл право убить монстра в канализации. Я почти горжусь этим правом. Ну что, будешь убивать монстра или тут стоять? Струсил? Мне нужно оружие. Какое приятное совпадение. Мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч. Меч ведьмака? Где? Не твое дело. Юс, принеси мне этот серебряный меч. Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок, именно тот. Я могу его взять? Серебряный возьмешь меч. Его у Юза. Потом заберешь свои вещи из хранилища. Если, конечно, у тебя будет потом. Ладно.
За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы неповрежденную. Посмотрим, что я смогу сделать. Давай, мне серебряный меч. Наконец-то нормальный меч появится. Где же он? Быстрее, у меня мало времени. Ах да, есть. Мы также конфисковали пару эликсиров. Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться. Удачи тебе. Как только выполнишь задание, забери свои вещи из хранилища за решеткой. Обязательно. А потом я найду профессора. Глупо. Профессор как заговоренный. Его ничто не берет. И он занимается мокрой работой. Куда важнее тот, кто его контролирует. Если хочешь сделать все правильно, разберись с боссом. Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся. Их главарь большая шишка. У него есть вязы. В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду. Ага. Только сначала тебе придется пережить встречу с Кокатриксом. Смотри за моими вещами. Я скоро вернусь, и я хочу, чтобы все было на месте. Канализа. Топцы. Обедает. Или ужинает. Непонятно, какой сейчас день. Или ночь. Опа. Знакомый мечик. Я теперь буду ваншотить утопцев. О. Мой лут весь забрали. Волочи. За шо лут-то? Кто такой? Что ты за существо? А, ведьмак. Именно. Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутаций. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид, рыцарь Ордена Пылающей Розы. Я Геральт, ведьмак, как ты уже заметил. Рад знакомству. Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков. Если ты не против, я бы прекратил болтовню. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро. Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь по той же причине. Давай поговорим. Да, Геральт. Ты пришел за Кокатриксом. Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами и довольно успешно, я бы сказал. Делаете работу ведьмаков? Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки. У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии. И уверяю тебя, меч ношу не для красоты. Спасибо, но нет. Я всегда работаю один. Как пожелаешь. Но не удивляйся, если наткнешься на труп Кокатрикса. С дороги, ведьмак. Слава или смерть? Чё, меч возьми, алё. С дороги, ведьмак. Я мог что-нибудь узнать про Кокатрикса, но ну ладно. Залутать надо все.
Неизвестное растение. Так, о чем я, кстати, за эликсир это далее? Кошка. О, кошка. И пуга. Угу. Так, бочка, решетка. Надо все пролутать тут. Еды у меня, соответственно, нету, да? Факел еще один. Да, решетка это, скорее всего, выход или нет? Да. Так, а вот, собственно, еда. Лавчик получим. Так, что у нас по карте тут вообще? Передные утопцы. Не сильно он больше бьет, конечно. Так, деньги собирать надо. Спрыгивай. Другие мы его вместе. Вижу, ты меня опередил. Ну-ну, Кокатрикс, зарубленный, как полагается. Я ведьмак, я с детства убиваю чудовищ. Не забудь свой трофей. Винсент назначил награду за голову Кокатрикса. Спасибо за совет. Как мне отсюда выйти? Сейчас покажу. Бери голову Кокатрикса и следуй за мной. Показывай дорогу. Так, голова. Это Ирифот Мальхульт и перушка. Так. Что тут еще есть? Есть костер и бочка. Труп, еще одна бочка. Это все локу. Следовать. Там уже валить отсюда. Вдруг здесь что интересно лежит. Труп женщины какой-то. Пятная бочка с бабками. Здесь я уже пробегал, да? Место силы. Он мешок какой-то. В мешке. Точилка. Заперта. О, труп рыцаря. Ключ. Письмо рыцаря и Орина. Да-да-да-да-да. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ключ. Интересно, он от этой решетки или нет? Нет. От чего тогда он? Хм.
Интересно, куда этот ключ подойдет потом. Так, а мне вообще? Да, куда-то, да? Это потом я туда схожу. Еще в эту вот сторону не ходил. А туда я, наверное, не пройду. Ну да. Хотя, пройду, получается. Решетка, решетка, место силы. Заперто. Наверное, все решетки заперты. Ну да. Ладно. Вроде везде сходил, так что можно валить. Ну, что здесь такое? Костер. Дверь у меня за спиной ведет в город. Здесь наши пути расходятся, но... Наверх смотришь. В чем дело? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. Это беловолосый ублюдок. Босс был прав, как всегда. Убить его! И рыцаря тоже. Получи! Серебряный меч не особо эффективен против них. Рыцарь за комбайн или что? Быстро что-то он отъехал. На нем жив. Так, что тут из штых? Это заберем, это... Ключик не буду трогать. Твои друзья? Можно и так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня. Один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителей этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Знаешь что? У меня в Изиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи свое дело. Неплохая мысль. Может, профессионал и сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Убить чудовище было легко. Ведь на моей стороне сражался ведьмак. Давай выбираться отсюда. Вот ключ от прохода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда, в поисках чудовищ. А, твоя священная миссия защиты рода человеческого. Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Когда-нибудь ты это поймешь. Увидимся, Зигфрид, и спасибо тебе. Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Если я тебе понадоблюсь, я буду в обители Ордена в Изиме. Что нам, тут выходить лучше или не тут? Вход в склеп культистов. Ну-ка, мне интересно туда сходить сначала. Какая-то еще локация. О. Изи. Так, детский. Да, я могу.
могу сюда пройти. Посмотрим, что за склеп тут. Может, данжик какой-нибудь. Явно не пройти. Да. Большая локация. Известно. Ладно, схожу сначала сюда. Валы. Проход сюда. Странно, что до сих пор нету врагов. Явно кто-то есть. Или нет? Пока непонятно. Звуки разные присутствуют. Это костер. Ой, этот факел потушил. Мне он еще понадобится. Скорее всего, мне сюда надо будет. Поэтому сначала надо сходить в другие стороны. Склеп. Лута нету. Печальненько. Я кого-то видел только что тут. Певец. Ребята, много. Давайте вот сюда на свет. Фигню-то надо бахнуть. Я на твой труп насу. Давай быстрее делай все это. Хера ты запрыгнул. Успеть ударить. Блин, ладно, не успел. Ждать, пока откатится. Конечно, в слоу-моушене это весело.
вроде всех развалил. А лута нет, что ли, у тебя? Без хилы, конечно, не особо. Так, у тебя лута нету. Едим хлебушек. Еще один жрец и один жрец, два жреца там, окей. ПХПшку подрегенить перед тем, как туда идти. Развалили. На факел брать ни черта вообще не видно. Можно кошку выпить, в принципе. Все равно их две. Думаю, так будет гораздо удобней. Так, грибочки соберем. Пришел. Там я был, там я был. И вот сюда есть проход куда-то. Еще жрецы. Ух ты. Блин. У меня немножко не то оружие в руках. Ребят, ну-ка это. Надо подрегениться. Блин, лишнего сагрил. Опасненько. Ёптать. Это я много сагрил. Игра у вас тут. Мне кажется, я немного не туда пошел куда-то. Слегка, так сказать. Эх, закабанили меня. Где я сохранился, интересно? Склеп, это сохранение. Что, с самого начала склепа? Если так, то это такое прям... А, походу, в самом начале. Пожалуй, выпью сразу кошку. Чтобы было удобней. Так, костер и труп. Thank you.
тут, конечно, прям много очень. Без хилок тут прям... Неприкольно. Крючок залутать надо. Ух ты, нифига тут. Лута. Убью тебя, как собаку. Ты у меня живо на тот свет отправишься. Сдохни! Нет, ты. Так, окей. Луки какие-то. Пивком. А почему я не могу завязать его? Фигня. Так, ладно, костер присядем. Теперь, кстати, можно и серебряный меч покачать. Прокачаем, урон прокачаем. Вещь нам явно понадобится. Выносливость, энергия. Выносливость качну. Заодно, может, сейчас подрегенись. Правда, кошка сейчас спадет, скорее всего. Нет, еще не спала. Хорошо. Ну, нельзя его активировать. Это же новый знак, да, или нет? Ну, да. Квен вроде как. Ну, активируйся, алло. Странно. Мало очень урона. Я на твой. Печально, что ни у кого из них нету меча длинного нормального. Интересно, почему я не могу новый знак изучить? Из-за того, что рядом люди были или что? О. А, нет, это не знак, это просто баф. Ладно. А я-то думал, знак новый будет. Так, надо бы что-нибудь съесть. Пригенчик был. Так, там толпа и там толпа. Будешь кормить человека? Долгая анимация. Я тебя выпотрошу, ублюдок. Надо восстановить выносливость. Опять бахнусь им. Они отагрились, что ли? Почему именно эта анимация? Вот теперь я в ярости.
Окей, ладно. От этих избавились. Женская красная. Клубничка. Надо захавать бы что-нибудь. Клубнику и съем, в принципе. Можно, кстати, еще качнуть мечик. Дэмэдж побольше было. Не сильно, конечно, возрос урон, но все равно хотя бы какие-то единицы прибавились дополнительные. Ах ты сволочь! Че, нет у тебя лута? Все. Клубничку возьмем. Быстрый реген, конечно, тут спадает. Развалили. Какой? Шо? Минус два. Ворот. Классно. Игра просто вылетела. О, опять заново все это проходить. Спасибо, игра. Надо, короче, чаще F5 нажимать. Хотя, возможно, я начну с костра. Потому что я же на костер садился, скорее всего, сохранилось там. Охрена ты вылетела. Чувствую, ни хрена не сохранилось после костра. А да. Ничего не сохранилось. Ладно. Бежали опять. Увлекаться. Сохранить сразу здесь. Каждая битва, короче, надо сохраняться, просто все. Будет норм. Так, они там пока АФК стоят, я успею залутать сундук. Какой факел. Убью тебя, как собаку. Дебилизм. Сохранимся.
Так. В смысле? Я хочу таланты качнуть. О. Чё это докачал? Это... Так вот сделаем. Нормально будет. Кошку установили, теперь можно двигаться дальше. Засейвимся. Эта игра может вылететь, так что надо сейвиться чаще. Намного чаще. Так. Да, схожу сначала. Хочу бабу. Будешь кормить червяков. Плохая анимация. Мне нравится, когда тебя мечом рубит. Я тебя выпотрошу, ублюдок. А вот и там выпотрошишь. Если вас столько резнулось-то. Немного ли вас тут зареспаунилось, ребятки? Ах ты, сволочь! Давай, пойди немножко. Петь еще одного. Хорошо. Зайти. Подрегениться. Здесь никого не должно быть, да? Засейвимся. Так, где еще один-то? Вон он. Ты у меня живо на тот свет отправишься. Теперь лутать надо все. Залутал вроде как, да.
сюда я тоже ходил. Пришел я оттуда, да. Еще молодые. Выражайся тут, давай. Отдыхай. У тебя есть еще из еды? Да, есть. Рыбка. Так, теперь эта пачка. Кольца всякие, неизвестная бомба. 50 уринов. Неплохо. Так, еда. Пивко. Какого хрена опять факел взялся? Надо сохраниться. Так. Осталось направо сюда сходить и все. Вроде как. И вообще можно сюда сходить. Вроде как можно. А есть ли смысл в этом? Пока непонятно. Так, проход сюда есть. Так, это обратно. Это я там был. Здесь я не был. Так, что-нибудь еще есть поесть у меня? Алкигаз, алхимическая ртуть, медовуха. И фото одно. Одно пыло. Я всю локу пробежал, получается, или не все? И не все, наверное, еще. Я вроде везде был, по сути. Вот здесь вот только. Бегаю до туда. Вот сюда направо, кстати, не ходил, да? Вроде должны быть мобы. Или нет? А, вот, да, точно. Тут проход сюда идет. Понятный. Да, вот я, собственно, и не ходил. Опа. Это, возможно, новый скилл, да? А, нет, это... На КГ. Оф. Ладно, надо покачнуться тогда. Так, что тут у нас есть? Повреждения. Повреждения. Повреждения качнем. Да серебряный тоже меч лапнуть.
побольше дэмэдж было. Долго кошка как-то действует, прям очень долго. Это, в принципе, хорошо. Так, получается все, всю локацию я пробежал, можно валить отсюда. Больше мне некуда здесь сходить. Везде был, всех убил. Надо на выход двигать. Игра вылетела. Классно. Что за говно? Вы черта, ты вылетаешь. Что, надо будет вообще сохраняться после каждого действия? Прокачаться тогда заново. Так. Давление энергии быстрее будет. Наверное, качну вот это сейчас. Я там восстановление энергии еще сильнее. Восстановление энергии надо бы прокачать. Вещь все-таки нужная. Вот так вот сделаю. Так. Теперь надо сохраниться. Чё, у меня игра? У меня всё норм. Мол, у меня игра не захватилась. Так, всё, теперь надо бежать. Ой, кошка вообще действует 3 часа. Много она действует, конечно. 3 минуты точнее осталось. Еще раз, на всякий случай. Игра не вылетела, то успех. Пучки. Я их не лутал, что ли? И тут лут немножко обновился. Факел мне не нужен. Ну, вот копцы треснулись. Не хочу даже временно устрастить, вас за вас все равно мало экспы дают. Валить из этой канализации. Интересно, куда Шани делась? Я надеюсь, не задержали вместе со мной. Скорее всего, ее пропустили. Зимы. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. Первый городок, я надеюсь, я здесь найду нормальных торговцев и прочего. Так, ну для начала мне надо вернуть свои вещи. Нет,
частный детектив, о котором упоминал Зигфрид. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. Так, к нему я потом приду. Для начала... А, у меня квесты сломались. Норма. А, великий побег. Золотом бегает. Зубки болят. Так, доска объявлений, кстати. Думаю, мне это все пригодится. Возможно. Выкину их тут. Так, погоди, я там еще какой-то свиток вроде. Эрик, какую-то хрень. Дверь в темницу. И верни мне мои вещи. Король тебя, конечно, отпустил. Но соблюдать карантин тебе все равно придется. Что ты хочешь этим сказать? Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Это серьезно? Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать глаз. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Наверное, придется переучиваться. Да, ведьмак. Можешь рассказать мне, как продвигается расследование по делу Саламандр? Терпение, ведьмак. Сегодня вечером ты все узнаешь. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в трущобах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Пока еще. Склад? Ты ведь не отправишься туда в одиночку. Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом, закованным в латы? Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков, на всякий случай. Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Неважно. Отдохни сегодня. Насладись своей свободой. А завтра я, может быть, подам тебе на блюдечке яйца Еведа. Я не ем яйца. Я могу доказать, что убил Кокатрикса. Впечатляет. Награда за него составляет 400 аринов. Ты их заслужил. В твои задачи входит борьба с чудовищами. Да, но я бы не стал тратить на это своих людей. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за кокатрикса в каналах и за хищное растение, убивающее людей на болотах. Окей, надо будет, значит, на болотах убить. Зачем? Я спустился опять в канализацию. Конечно, молодец. Нахрена я спустился опять в канализацию? Можно я вернусь как-нибудь? Ладно. Надо будет оббегать, значит. Точнее, не оббегать, а... Где вообще этот выход? Там. Тыкаю куда не надо.
Надо вещи свои забрать. Мне нужен мой меч. Так, сохранюсь, пожалуй. А как я бежал-то? Ой. А что ли куда-то? Вперед и налево. Зигфрид. Расти. Так, тут не пройти. Надо тут где-то идти. Наконец-то закончится этот марк. Забирай свои вещи, пока я их не продал. И не забудь о награде за год. Тишина. Наконец-то я смогу отдохнуть. Теперь вопрос, поместится ли мне все? Не помещается. Так. Восстанавливает энергию. Так, вот это вот основа для эликсиров. Мне явно понадобится. Можно не брать, это тоже можно не брать. Вот эти пыльцы я оставлю. Коровье молоко, кремень, смазка для клинка. Для клинка тоже надо бы взять. Белая чайка, белый мед, бутылка с водой. А почему нельзя взять? Ладно, тогда оставлю ее тут. Блин. Эту хрень можно убрать отсюда. Взять кольцо. Алмаз. Зимского чемпиона тоже нахрен отсюда убрать. Кольцо взять. Тоже убрать отсюда. А, череп. Нужен ли мне череп? Женская красная. Выдам. Почек возьмем, пускай будет. Янтарь. Коровье молоко. Черника, рыба. Тюльпаны. А нет, вот масло забрать и все. Пускай тут лежит. Но мне явно не понадобится. Так, теперь мне нужен какой-нибудь торговец, которому надо сбакрить всякий мусор. Так, кстати, у меня же тут был... Контракт. 10 языков плавунов. Контракт на гули. Во. В смысле? Меня обманываешь, игра. Так, ладно, надо найти торговца. Барыги. Дом барыги Талера. Ну-ка, ты продаешь что-нибудь? Старый стеллаж. Можно обнести, да? Арбузик. Песится вниз, бочка, бочка. Вот Талер. Давай. Я... А чем торгуешь? А всем, что можно. Ну так что, будем... Так вот,
принесла нелегкая. Ага, тебе можно продать разные вещи, окей. Даем это. Мазик забирай. Блин, забирай это тоже. Это тоже забирай. Это тоже забирай. Так, сапфир. Янтарь тоже забирай. А у меня бабок уже. Селитра, кремень. Так, остальное, наверное, пока пускай будет у меня. Медвежий жир, янтарь, золотое кольцо. Такие дубинки, топорики и прочий мусор. Так, а это что у нас? А, понял. Мне, чтобы поговорить, надо насчет... У тебя дома стражники нашли меч ведьмака. А тебе-то какое дело? К тебе приходил еще один ведьмак, Беренгар. Этот долбанный меч не его! Откуда ты знаешь? У меня есть другое имущество твоего дружка, а меч не его. Другое имущество? Да, причем не меч, дошло? Может быть, его обоссанные подштанники, например. И все же откуда у тебя ведьмачий меч? Может, скажу. А что с этого буду иметь? Я не перережу тебе глотку, как свинье. Это честная сделка. Я купил его у одного мазурика в таверне под кудлатым мишкой. Описать его сможешь? А зачем описывать лучшего игрока в кости в этом городе? Наш выдопердающийся чертов фокусник. Как у тебя оказались вещи Беренгара? Ты упрямый, как стадо ишаков. Купил у посредника. Где мне его найти? В кудлатом мишке. Но он с тобой говорить не будет. Его зовут Кирпич. Как у тебя оказались... Ты слышал про саламандр? А, рептилии хренососовы, да я про них слышал. Амфибии. Чего, блин? Саламандры амфибии. А теперь расскажи, каким образом ты с ними... Да черт меня дери, если я знаю... Ты ведешь дела с саламандрами? Ты че, с лошади рухнул? Откуда такие... Откуда у тебя вещи Беренгара? Ядрена вошь, я скупщик. Тебе картинку нарисовать, что ли? Давай лучше я нарисую тебе картинку. Определенная организация «Саламандры» ах... Срать я хотел на твои картинки. Я ничего не знаю. Кроме того, я бы не выжил в этом бизнесе, если бы продавал товары, которые сам Я тебе не верю. Вину нужно доказать. Так что пока будем... Но наконец-то! Явление Дикстры, аса разведки! Ядрёна вошь, какой, блин, глубокий анализ. Дикстры, если что-нибудь еще выяснишь, или если понадобится информация. Ладно. По всему мне больше ничего не скажет. Да, конфетка. Так, а что у нас тут внизу у тебя есть, а? Так. Опа, 10 оринов. Так, теперь мне бы найти какого-нибудь алхимика или типа того. Городская ворота, дом детектива, городская источная труба, ворота к дамбе. О, дом Калекштейна. И как раз таки туда и надо. Я для тебя там челов убивал. Квартал нелюдей. Ну, Золтан. Ба! Кого я вижу? Золтан Хивай собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Тебе-таки удалось пробраться в город, Геральт.
Отлично. В Изиме всегда полно работы для ведьмака. А ты, Золтан, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фабриках. Хватит язвить. Послушай, Золтан, я хотел кое о чем поговорить с тобой. Говори, что у тебя на уме? Я ищу хорошо оплачиваемую работу. Говорят, на лодочной станции на болотах чудовища совсем расшалились. Все только и делают, что жалуются. Начиная с лесоторговцев и заканчивая мелкими ку... Как ты думаешь, они готовы заплатить ведьмаку, чтобы тот избавил их от опасности? И с кем мне стоит поговорить по этому поводу? Обратись к Леовардену. Он рыбешка крупная, скупиться не должен. Ты... Спасибо, Золтан. Я подумаю над этим. Говори, okay. Что у тебя на уме? Пока. Пока, да. Уж, в принципе, тебе на ничего не надо. Каликштейн. А, тут. Полочка, сундучок, хитрый округ. Ага, ага. Забираем. Так, так. Черный порох. И все равно это не надо же, да? Местное растение. Водный фрукт. Так. Наконец-то хоть один храбрец откликнулся. И никто иной, как ведьмак, сам Геральт. Мы снова встретились. Мне снова нужна твоя помощь. В чем? В этот раз серьезное дело. Я наткнулся на нечто, что может стать сенсацией в алхимии. Более того, это связано с твоей профессией. Расскажи подробнее. Извини, я задумался. Я пришел по объявлению. Ты принес ко мне костный мозг Альгуля? Нет, я по поводу крови гулей. Ах да! Из предместья, верно? Но неважно. Вот она. Вообще-то она мне больше не нужна, но я найду ей применение. Великолепно. Я слышал, на тебя работал ведьмак Беренгар. Эх, а я так надеялся, что ты об этом не узнаешь. Хочешь об этом поговорить? Я нанял его, чтобы он раскрыл для меня тайну башни. Не хочу пугать тебя понапрасну, но у меня все еще есть планы на это здание. Ты нанял его, и он бесследно исчез. Не находишь это странным? Это та причина, по которой я хочу, чтобы ты раскрыл тайну башни. Может быть, сможешь узнать, что именно случилось с Беренгаром. То есть ты не знаешь, что с ним случилось? Не только я хочу овладеть этими знаниями. От Беренгара могли избавиться мои соперники. Он чего-то боялся и оставил мне книгу. Бери, отдашь ему, когда встретишь, и сам можешь ее использовать. Книжка Беренгара — это хорошо. Ты хотел дать мне какую-то работу. Ведьмак, у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей... Не продолжай, я знаю эту сказку. Наверху принцесса, внизу дракон, спасибо, я пас. Пожалуйста, помолчи. Мне очень нужно твое внимание. А в чем заключается моя работа? Маг умер много веков назад, и про башню давно забыли. Короче говоря, создает монстр. Именно. Я хочу исследовать этот источник, ведьмак, и написать диссертацию, которая обессмертит мое имя. Ладно, но мне кажется, выполнить это задание будет сложнее, чем кажется на первый взгляд. Посмотрим, что там в этой башне. Посмотрим, что я могу сделать. Если бы задание было простым, я не стал бы тратить время и деньги на ведьмака. Разумеется, попасть в лабораторию. И откуда мне взять эту информацию? Рассказы старых людей и болотных жителей, легенды... Какие-нибудь названия? Ну, нам совершенно точно понадобятся врата тайны Ренсанта Альвара и старый алхимический трактат Айнс оф Аур. Я знаю об одном экземпляре врат тайны. Его владельцем был какой-то краснолюд.
Вторая книга, которую написал какой-то гном, давным-давно потеряна. Найти ее будет непросто. При случае ты сможешь испробовать мое последнее изобретение. Кристалл, который связан с местами силы и моей лабораторией. Он позволит тебе телепортировать... Его я использую в местах силы, этого достаточно. И он перенесет меня в твою лабораторию. Я очень на это надеюсь. Есть вероятность ошибки, но минимальная. Великолепно. Так, ладно. 100 уринов. У тебя внизу тут сундук. Ага, основа алхимии. Ты мне уже дал, да, такую? Книга поцелуя. Это можно выкинуть, это тоже. А где книжка Беренгара? Телепортирующий кристалл. Весь инвентарь забит. Броня тут вообще как-то меняется когда-нибудь? Экстренный ведьмачий меч, серебряный ведьмачий меч. Так, отлично. Что тут у нас еще есть? Дом Кроснан Люда Вивальди. Опа. Это вроде банкир. Опа. Его тут, походу, принимает. Геральт! Что происходит? Мы арестовываем его за сговор с террористами. Он? Воин с Коэтаэлей? Его племянник служил в том отряде, что Орден взял в плен. Отряд, который убил жителей деревни около Вызимы. Они не признались, но мы знаем. Нет, это ошибка. Мой племянник молодой и глупый, но он не убийца. Был глупый. Его уже повесили, и перед смертью он признался, что общался с тобой. Хорошо, что мы загробастали их до того, как они заполучили груз оружия. Харин, настоящий патриот, погиб, когда заманивал их в ловушку. Собирай свои манатки, Вивальди. Будешь горевать в каземате. Я не хотел вмешиваться в дела Говенкара со Скоэтаэлями. Молодые дураки не оставили мне выбора. Харен испугался мести белок. Он предал всю команду. Я думал, что он обеспечит свою безопасность и получит вознаграждение. Сейчас молодые нелюди кормят собой ворон. Победители в этом конфликте. Ведь наверняка найдется тот, кто отомстит молодежи, борющейся за свободу. Кто-то использует эти смерти в своих целях. Только пожиратели падали будут сытые. Вороны! Ой, слаймы, конечно. Немного кривые. Полуэльфка. Так, ладно. Кузнец. О, кстати, кузнец — это хорошо. Сейчас могу у него там раздобыть какие-нибудь штучки интересные. Так, дом кузнеца. У меня до сих пор кошка действует. Торговец и кузнец. И кому мне подходить? Приветствую тебя, сударь. Ты подмастерье кузнеца. Верно. Я управляюсь в лавке, убираю все. Что? Покажи свой товар. Не выйдет. Тебя никто не... Бывай. Классно. Вот так-так. Людь пришел к нелюдям. Подозреваю, что тебе от нас что-то нужно. Я тоже совсем вообще человек, и у тебя есть кое-что, что может мне понадобиться. Малькольм Штейн, кузнец. Лучший в этой выгребной яме под названием Вызима.
Красивая кузница. Ты можешь ею гордиться? Конечно, красивая. Теперь только это про нее и можно сказать. Они ограбили меня. Я лишился половины инструментов, сукины дети. Теперь я их должен арендовать, чтобы работать. Стоит того? Платить бандитам? Конечно, нет. Но мне же нужно как-то на хлеб зарабатывать. А я только и умею, что кузнечить. Могу я купить у тебя что-нибудь? Я торгую только с друзьями. И теми, кого мне порекомендуют друзья. Я... Прощай. Так, и как мне тогда рекомендации ваши заполучить для вас? Я бы хотел бы смотреть, что вы там продаете. А лут у вас заберу просто еще. Хотя бы. Надо бы заняться алхимией какой-нибудь. Все вот эти склянки и прочую хрень. Что за дверь? Брошенный дом. Великолепно. Гусиный жир. Какие-нибудь масла надо научиться делать. Еще что-нибудь. Так, собака есть. Так, выход отсюда. Дом детектива, городская источная труба, лечебница. Так, ладно, надо найти какой-нибудь. В этом районе обитают представители старшего народа. Ремесленники, краснолюды и художники-эльфы. Оружейник ордена. Кстати, к нему можно сходить, возможно, он согласится со мной сотрудничать. Такие игры не играю. Ты тот, о ком говорил Зигфрид? Зигфрид, это тот... Будь я проклят, это ты! Как Атрик встревожил нас уже... Ничего особенного. Молодая... Что у тебя за дело? Могу я купить у тебя что-нибудь? Нет. Только... Пока. Что это? В чем дело? Когда ты вступил в Орден? Давненько. Могу... Чем Орден? Мы по... Но... Мы... Пока. Так, ладно. Как и подмастерье... Сударь, я пол подметаю... Можно взглянуть. Простите, сударь, но мы продаем там... Прощай. Только друзьям. И как мне стать вашими друзьями? Надо было выдать ему расписку. Дверь в караульную будку. Нахрен не надо, я думаю. Я в такие... Невероятно. Оказывается, даже в Изиме есть плохой район. Гетто, походу. Трудный день. Ты забыл... Кто здесь? Кто тебя воспитывал? Тебя... Я могу спросить и... О, наглости тебе не занимать. Надо найти способ избавиться от этих болванов. Я умираю. Заброшенный дом. Дом заброшенный, а свеча горит. Странно. Быть не такой уж он и заброшенный. Так, ну я вроде как все места обошел, хотя я вот туда еще не ходил. Могильщик там какой-то. Кармен. Это женщина, с которой можно взаимодействовать. Видишь, девки на углу стоят. О, да. Если доска объявлений. Они задрали... Вот. Таверна. Можно, кстати, сейчас в таверне, возможно, продать всякие вещички. Я тебе морду разобью. Кто такой? Язон Варда. Геральт? Сколько лет, сколько зим. Я ушам своим не поверил, когда Золтан... Это же я, Язон. Беженцы. Во время войны. Ты... Как жизнь? Жаловаться не на что. У меня отличная, спокойная работа. Такая уж спокойная. Посетители предпочитают улаживать споры сами. Местечко... Прощай. Окей.
Окей, ладно, это чисто, скорее всего. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Так, игрок, трактирщик. Да ну. Ну, кто? Ты рассмешил меня до слез. Может, у тебя тоже... Ого, острый... Прощай. Так, продать тебе ничего нельзя. Кирпич могила. Знакомые ребята. Привет, привет. Ты смотри, кто тут пришёл. Ты кто такой? Зовут меня Кирпич. Чем ты занимаешься? Я торгую всем по... Куда, например? Ну, недавно на болото. Просто... Хочешь чего? Так. Говно свое забирай. Мне это не надо. Хочешь нанять ведьмака? Нет, а что? Хотя раз уж... Да. Есть тут кое-что. Дом с привидениями. Привидения? Сомневаюсь. Меня интересует результат. Стулья должны стоять на месте. Двери не должны... Я займу... Это прекрасно. Ты не пожалеешь. Дом. Хотя стекольщик лучше справился. Окей. Так, еще один квест. Видел когда-нибудь. Оставь меня, но... Отвали! У меня есть к тебе... Ты забыл, с кем говоришь! Мне достаточно крикнуть, и ты не успеешь... Ты не успеешь посчитать до трех, как будешь трупом. Ну надо же! А волчонок умеет рычать! Я презираю так... Презрение, волчонок! Плевал я на твою... Как дела? Старая шлюха! Невоспитанный молодой человек. Так, официантка. Привет. Зачем? Ну, у нас там есть. О, не могу торговать. Кайф. То, что мне надо. Так. Это забирай себе. Крепкое спиртное. Снова. Так, короче, что снова продавать не стоит. Что это? Боль средней крепости. Ага, ага. Снова для эликсиров. Снова для смазки. Маски меча. Сенское красное продадим. Так, что тут еще есть? Снова для эликсиров, эликсиров, эликсиров. Так, алкоголь, алкоголь. Немножко. Так, еда, еда. Окей, ладно. Кстати, тут алхимик же покупает головы или нет? Я просто не помню, я торговал вроде с ним. Или нет. Богатый побрик, кобрик, бла-бла, погреб. Так, надо добежать еще раз до него. Хочу бабу. Смотреть, может, ему можно голову скинуть. Мне эти вещи вообще не нужны. Так, дом Вивальди. К нему можно сейчас зайти, интересно? Второй стеллаж. Ничего нету. Так что смысла нету. Надо, кстати, еще костер все-таки найти. И что-нибудь похимичить. Так, эту продать. Формулу надо обдумать. Забирай. Мозг утопца. Бери 20 штук, а то что-то как-то их слишком много.
По-по-по-по-по. Одинакового вроде больше ничего нету. Да. Больше ничего я тебе продавать не буду. Энциклопедия минералов, привидения, ориентозавры. Снова алхимии. Не знаю, не хочу тратить деньги на это. Возможно, стоит. Так, а у тебя тут можно воспользоваться? Имя там или чем-нибудь еще? Так, вот, типа помедитировать я могу. Отлично. Необходим серебряный талант. Когда он откроется-то? Сила уровень 3, да? Непонятно. Ладно. Ловкость. Атака, уклонение. Качаю эту. Жжение удара. Тоже. Масло готовить хочу. Так, алхимия. Белая чайка. Ага, белый мед. Так, вьюнок. Могу вьюнок какой-то сделать. Глаз химеры. Один бронзовый талант. Гром. Душа. Пса призрака, кошка. Лунная кошка. Ласточка. Вот ласточку надо бы сделать. Лунная кошка. Мне ее взять. Целуй. Что это за фигня? Рекрань пурга. Илин. Эликсир для Трис. Это прям такое себе. Лунную кошку где-то мне надо взять. Может, сейчас масло откроется. Надо сначала помедитировать, может быть. Кошка пропала наконец-то. Так, а ты где? Блин, он свалил, что ли, куда-то? Либо внизу он. Да, вот он. Так, я хочу. Я ты припак. Ними. Вкусный мозг Альгуля. Так, сейчас, может быть, появится это? Масла? Вьюнок, белый мед. О, масло. Масло от интоксикоидов. И лунная кошка нужна, короче. О, вот эту хрень я могу сделать от падальщиков. Масло от призраков. Масло от падальщиков. Такое, конечно. Непонятно все равно, как вот эти использовать. Гусиный жир и прочее. Возможно, я пока не могу это использовать. Бег. Я тоскую. Куда бы мне сходить? Места, конечно, жесть как мало.
Так, я, кстати, вот сюда еще не ходил. Я так много забыл. О. Хотел бы встретить того болвана, который что связал хотите? Сбрасывание змеиной кожи с возрождением, а потом с медициной. Я всегда была умницей. Так, бабки везде лежат. Украшения, подарки, любые мелочи, сувениры. Чем ты так украшаешь? Угу. А, эту хрень забери. Как-то особо не хочу никому подарки дарить. Мази от порезов, травы по лучшим ценам. Нет, торговец. Мясо. Кстати. В чем дело? Откуда у тебя молоко? Хм, ты прав, но я... Так, он торгует разными линиями. Куда дверь ведет? Дом чей-то. Все дома одинаковые прям. Горожанка. Ладно, тут ничего интересного нет. Антиквар, купец, антиквар. Мне нужна информация о башне на болотах. Есть какие-нибудь книги на эту тему? Посмотрим. А конкретно об этой башне? Да, кажется, в таком случае... К сожалению, у меня ее нет. Я годами пытался убедить Галана, Вивальди... Знаешь... Что-то в голове крутилось. А, наконец... Слушаю тебя внимательно. Айнс оф Аур. Алхимический... Благодарю. Остроухих ублюдков. Пыльник. Куча книжек. Формула бомбы. Можете король икры, так конфетку маслом. Состояние големов. Блин. Куплю вот эти вот книжки. И продам ему обратно. Отлично. Гули и грайверы. Растения. Ритуальные болотные растения, орентозавры. Ладно. Буду больше деньги тратить. Какая вонь. Дом барыги, городская темница, пост Винсет. Так. Так, дом Таллера мне не нужен. То есть надо в темницу и найти этого. Дело. Есть тут где-нибудь Вивальди? Вивальди поговорить. Какая ж... Не тва... Я про... А могу я поговорить? Даже не думай. Любой арестованный за пособничество скоро... Прекрати пороть чушь. А чего это ты за него вступ... Мне нужно... А мне все равно. Вот твои... Что привело тебя сюда, ведьмак? У тебя нет книги «Врата тайны»? Есть.
В том, что осталось от моей... Сколько? Не обижай меня! Ты вытащил меня из тюрьмы. Я... Как дела? Я сейчас не настроен. Как... Да уж, свобода выбора. Немногим... Что привело тебя? До встречи. Так. Книга его теперь... Это... Я. И его книга. Где-то недалеко же должно быть. Так, как туда попасть? Я бы не сюда. Что за день? А что мне делать? Он схожу в этот домик. Посмотрю, что там. Я такая умная. Так, этот дом получается. И здесь типа портфеля. Стояли. И забили. И я сохранился последний раз. Она недалеко. Перед домом примерно. Или когда Вивальди спас. Скорее всего, когда Вивальди спас. Да, собственно, понятно. Тебя бьет муж, а ты молчишь? Я оставила белье сушиться. Нет смысла проклинать небеса. Льет как из ведра. Так, надо бы что-нибудь жарить. Угу, выпью. Можно это мне поможет? Такую, алё. Так, одного призрака завалили. Против него надо быстрым. Так, все, а лута нет, да, с них? А лута с них нет. Если нельзя использовать во время боя. Ёптать. Вы кто, ребят? Тут у меня жопа сейчас придет, да? Или нет?
успеть. Опа, отлично. Фух, жесть. Чуть не отъехал. Вообще не ожидал тут увидеть этих молодых людей. Это не люди, ну ладно. Я могу их залутать. Трупный яд. Кого-то тут сожрали. Понял, вот это, наверное, не надо мне все-таки. Вареные. Хлеб и медовый сот я возьму, пожалуй. Так, вы уже читали. Так, пурга закончилась, отлично. Так, теперь мне надо вернуться... кирпичу. Наверное, надо идти. Ты странный. Последнее время сильного дождя не было. Вот где-то я тут. Я ненавижу дождь. Не двигаться. Что тебе? До встречи. Так, а где? Кто-то отделся. Говори. Ну как? А ты никак... Понимаешь, золотом, моя профессия вряд ли... А вот меня видишь ли... Продолжи. Не знаю. Мы с ней давно не видим. Понимаю, золото. И что? Как я? Хорошо. Пока. Так, ладно. Я знаю, где можно взять дешевый порошок. Я куплю немного, найду клиентов и заработаю... Так, где мне кирпича теперь идти, искать этого? Проклятые стражники! Из-за этих взяток у меня ни монеты не осталось! Туда, черт, что говорит! У меня договор с Юзом! Я ненавижу! Хочешь? Только не... Но это уже... Давай. Хорошо. Уйди. О любви. Я не поэт. Ты просто очарован. Есть работа для ведьмака? Да. Есть парни, которые создают... Я посмотрю, что я могу сделать. Я знаю три места. Отметь их. Дом могилы. Так, а где дом кирпича? Бордель, костер, пост Зигфрида, могильщик. Уже. Ты странный. Это, кстати, дверь на склад. Черт побери. О, какой ты странный.
сохранится, то вдруг вылетит игра. Так, могильщик. Вывеска. За этими воротами меня ждут мертвые и восставшие из мертвых. Прикольно. О, кли... Мне не нужен. Ну, можно. Какое дело? Скажем, партнерство. Как только ты отправляешь в путь новую душу, ты сообщаешь мне. Ты псих. Не псих, а... Не валяй дурака мне. Что? Я пришел по объявлению. Да? Я так понял, что тебе нужны 6 кувшинов собачьего сала. Прежде всего я хочу, чтобы ты убил... Почему кладбище закрыто? Потому что мертвые вылезают... Пошути. Расскажи... Что? Почему... Ну, когда будет вознаграждение... Ну, герой... Не лишь... Что? Прощай. Окей, ладно. Где этого кирпича теперь искать? Вечный огонь наполни мои силы. Попробовать, как вариант, зайти. Трактир в этот там. Медитировать. Может быть, он это не появится. Это наконец-то поел. О, жизнь. Яйца чешутся. О, жизнь. Тупица. Так, пойду схожу еще раз. Верну в это. Может, он появился тут? Я тебе морду разобью. Там только могила светится и все. Кирпича не видел? А что, дела обделывали с этой деревенщиной, а он смылся, да? Возможно. Ну, считай, что тебе повезло. Говорят, что с его партнер... Знаешь, где его найти? По вечерам он встречает грузы на дамбе. Но если ты ему оказываешь услугу, узнай. Хорошо. Если узнаешь какие-то новости... Прощай. Окей. На дамбу теперь надо. Где эта дамба? Ворота к дамбе, окей. Так, и мне типа ночью надо, ладно. Перестаньте! Ну, давай, помедитируем. Перестаньте! В парку гладкой мишкой. Там всегда есть.
льет и льет. Сечет, как плетью. Меня вообще пустят в дамбу? Буду нет. Проход воспрещен. А почему? Капитан приказал за... Не сработает, да? Пустая трата времени. А почему, капит? Проваливай. Прощай. Спать хочу. Папочка, капец. Давай я тебе. Хорошо, проходи. Изи. И если это все, что я видел? Потеряешь половину своего золота. Да, но... Постой-ка, кто-то идет! Опять этот беловолосый, который лезет не в свое дело. Он нас увидел. Осторожно! Этот ведьмак очень опасен! Наконец-то прием, которого я заслуживаю. Ведьмак? О чем вы так мило болтаете? Прекрати притворяться дураком, ведьмак. Ты знаешь. На самом деле знаю. Кстати, ты мне так и не заплатил. Это правда. Вот твои 100 аренов. И я тебя прошу, не выдавай меня. Почему бы и нет? Потому что я помогаю Винсенту в борьбе против тайной организации Саламандры. Это дело национальной безопасности. Не очень-то у вас выходит. О, это потому что какой-то идиот все время путается у нас под ногами. Убивает Саламандр, расстраивает... Хм. И кто бы... Понятия не имею. Но если я на него нат... Дальше это у нас идет как раз таки. Как раз я сюда и хотел пойти. В дальнейшем. Так, но здесь я закончу пока. Продолжу уже завтра. Всем спасибо за просмотр. Эту часть я залью на YouTube. Не забывайте упрощать, ставить лайки, там подписываться. Мне это будет очень приятно. Учу завтра. Всем пока.